От истока, где бьет маленький ручеек, до широкого разлива у Каспийского моря. Волгу во всей красе представили Андрей Востров и Валерий Безрученко. Самое сложное, признаются фотографы, выбирать снимки для выставки из десятков тысяч фотографий. О каждом месте хочется рассказывать отдельно и сказать о том, что какая-то из них наиболее близка, очень тяжело. На каждую фотографию смотришь, и она каждый раз что-то тебе дает, какие-то воспоминания свои особенные, именно связанные с этим моментом. Фотографы Андрей и Валерий на двоих имеют почти 30 лет творческого стажа. За это время собрали уникальную коллекцию фотографий с Алтая, с Кавказа и даже с плато Путорана и Северного Ледовитого океана. Но свою выставку решили посвятить родной реке. Мы решили все-таки сделать дань великой реке, на которой мы живем, и отфотографировать ее всю от истока до устья. Ну и убедились в том, что мы живем на самом деле в самом прекрасном месте, в Самарской Луке. Это действительно жемчужина нашей Волги. Было бы интересно показать ее людям, как она выглядит с высоты птичьего полета, вся целиком. Выставка пришлась по душе посетителям торгового центра. Можно и покупки сделать, и насладиться прекрасными видами. Мне понравилось все, потому что это интересно, познавательно и влюбляешься в свою родину еще больше. Виды величавой реки будут радовать посетителей до конца июля, а если выставка будет пользоваться высокой популярностью, то ее обязательно продлят. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События.